Так, ребята, всем привет. Сегодня 9 апреля. Сегодня новое обновление, патч 29.1. Так, сразу давайте быстренько пробежимся, посмотрим. В общем, все, там запустили уже серваки. Сейчас мы после патчнота сразу же перейдем смотреть, что там в батлпассах новых и т.д. и т.п. Так, основной сервер, ранговые матчи. Рангель 25%, Мирамар 25%, Таега 20%, Викенди 20%, Ронда 10%. Всех, кому нравится карта Ронда, поздравляю, круто, добавили, нормально. Карты Ронда, перечисленные ниже механики, доступны только на карте Ронда. Новая механика «Разрушаемая местность» будет доступна только пока что на карте Ронда, как они написали. Представляем новую игровую механику «Разрушаемая местность», открывающую перед нами новую главу разрушаемого окружения, которую мы анонсировали в нашем плане на 2024 год. Разрушать местность можно только для создания укрытий при сражении на открытой местности. Местность из бетона, цемента, скал или камня не подвергается разрушению. Разрушить местность можно с помощью осколочной гранаты, миномета, панзерфауста, бомбы, липучки, С4, взрыва, транспорта и кирки. Максимальная глубина разрушения составит 1,3 метра. Так что будете вы землекопы теперь. Класс. Если вы разрушаете местность, расположенную снаружи стены, рельеф за стеной также разрушается. Круто. Объекты в пределах диапазона разрушения будут уничтожены только в том случае, если они ранее были разрушаемы. Нормально. Предметы в зоне действия уничтожаться не будут. Расположенные на карте предметы станут выпавшими предметами. У расположенных на карте и находящихся в радио разрушаемых складных щитов будет снижена прочность, а развертывание спасательных шаров нельзя будет отменить. Так, комментарий не будем читать. Новое оружие кирка. Отлично. Вес в инвентаре. Холодное оружие. Урон 60, вес 40. Может использоваться для разрушения местности. Появляется по всей карте. Вот так вот выглядит кирка. Нормально. Электромагнитная зона. Пониженная частота события. Она не возникает после второй фазы. Увеличено время активации и предупреждающего сообщения. Немного уменьшена громкость звука взрыва после создания зоны. Это тоже очень важно. Рогинится с экстренным щитом. Количество щитов будет 2 теперь. Немного уменьшен размер их, самих этих треугольничков. И уменьшено расстояние между каждым аирдропом и скорость спуска аирдропа. В общем, будет медленнее падать и будет у них расстояние поменьше. Игровые испытания. На основных ваших отзывов улучшены игровые испытания. Так, некоторые испытания были удалены или заменены из-за слишком высокой сложности прохождения или дублирующихся наград. Были добавлены новые испытания, например, поднять одно ВД. Нормально. Испытания, в которых вам нужно преодолеть определенное расстояние или нанести определенное количество урона, были изменены. Хорошо, посмотрим. Награды. Дублирующие награды были удалены или изменены. Снижено количество ракетниц с экстренным щитом, которые можно было получить в наградах. Изменение областей. Ну, тут поменяли, в общем. Вот так вот, кому интересно, Ронда. Добавили мост. Об этом я говорил уже сегодня. Ну, в общем, вот такой мост добавили вот здесь вот, кто по карте шарит. То есть тут можно было только тут переехать, либо тут. Вот остальное, в остальных местах можно было только плыть. Теперь еще и тут добавили. Круто, здорово. Стрельба. По стрельбе. Скорострельность 625 выстрелов в минуту. Увеличили до 650. Горизонтальная отдача уменьшена на 4%, вертикальная отдача уменьшена на 4%. Урон бафнули у АКМ на 1, это нормально. Панзерфауст, добавлена анимация снаряжения оружия. Уменьшена частота появления на точке канатной дороги, а частота появления на карте увеличена. Угу. То есть это про Викенди они, скорее всего, говорят. МК-12, слегка увеличена громкость огня при использовании глушителя. Ну, кстати, неплохо МК-шка звучала с глушечком. Недавно, кстати, с ней играли. А стрельба с водительского места. Ограничен угол прицеливания при ведении огня с водительского места всего транспорта, кроме мотоцикла, горного велосипеда, квадроцикла. Увеличен разброс пуль при стрельбе с водительского места всех транспортных средств. Ага, то есть это что? Это прицеливание ведение... А, это с водительского места. То есть драйбайт-то можно нормально. С водительского места особо что там никто и нет, и не стрелял. В общем, тут они пишут, почему они это все сделали. В общем, нам это не интересно. Сделали, да и ладно. Коллаборация с Ducati. Оцените непревзойденную скорость и изысканность с новыми особыми скинами транспорта Ducati. Хорошо, контейнер опять будет, все будут жужжать, ездить. Эксклюзивный контейнер Ducati доступен на стартовых островах Эрангель, Мирамор, ну, в общем, тут везде. Контейнер могут открыть только игроки, владеющие скином. Это понятно. В общем, тут, ну, в общем, пишут такое. На один месяц, в общем, добавят.
сразу же вопросы, что подпадали, когда уберут уже это все. В общем, один месяц. Сейчас считайте. В общем, 9 мая, получается, уберут. Или 8. Так, внешний вид транспорта, особо скины, изменить скин. Даже после завершения периода продаж награждения неполученные предметы останутся видимыми. Они будут отмечены значком замка. Так, в общем, тут понятно всем. Ранговые матчи. В пул карт была добавлена ронда в рангах. Мы, кстати, этот сезон будем ранги бегать. Поэтому вот 10% у ронда. Количество игроков 64. Погода солнечная. АВД добавили в ранкет. Ё-моё. Ловушку с шипами, С4. А, подождите, нет. Вру, обманул. Недоступно будет рынок, игровые испытания, гирка, АВД. Ловушка с шипами, С4 будет недоступна. В общем, копать вы сможете только в поблосах. Угу. Шокер добавили в пул. Понятно. В общем, на фиксированное место появления бланк добавлена киберспортивная версия бланк. Угу. Таблицы лидеров, ну тут понятно. В общем, вот такой вот. Зал славы изменили, что-то тут. Фото, трофеи, эмблему, форму. Кто-то выиграл там. А, Данава выиграли, то есть изменили. Нави убрали, теперь Данава там будет. Улучшение ботов. Чтобы сделать взаимодействие игроков с ботами более осмысленными, были улучшены движения и модели поведения ботов. Теперь боты станут умнее. Ё-моё, надеюсь, кто-то поумнеет. Так, ну и тут Battle Pass, который мы сейчас пойдем смотреть с вами. Это можно и не считать. В мастерскую добавлены новые скины. Это что? Это масхалат? Это можно использовать как масхалат, нафиг, надо выбивать. В общем, за 100 ашек вы можете купить либо такой масковый кайф просто. Я хочу вот себе такую куртку. Ошалеть. Прикольно, посмотрим тоже, надо будет посмотреть. Ну и тут исправлены ошибки. В общем... Кому интересно, можете зайти почитать. Мы пойдем смотреть с вами что? Мы пойдем с вами смотреть теперь Battle Pass. Новый Battle Pass, который я сейчас сразу же открою. И мы его с вами посмотрим. Хоба! Сюда просто. Так, новый Battle Pass. У нас, значит, опять же, по путям. Стоить Battle Pass у нас будет сколько? Я не посмотрел. Извините. Я не посмотрел, сколько будет стоить Battle Pass. У меня теперь не показывает. Напишите в чат, сколько будет стоить Battle Pass. Извините меня, пожалуйста. В общем, зайдете в игру, посмотрите, убедитесь. Но, скорее всего, там что, 1500, наверное, джикоинов будет стоить. И там 3500 или 2500. Ну, в общем, не буду гадать. В общем, как так, $5 будет стоить. Тут за деньги будет? Или за джикоин? 5 баксов? Понял, нормально. Так, ладно, let's go, короче, смотреть Battle Pass. Ёпа-мать. Чего я и боялся просто. Ну ладно. В общем, первый путь у нас включает вот такой вот скинчик. Это у нас шапочка. Вот такая вот замечательная, как вы любите, кошачья, черная. Вот такая вот курточка розовенькая, как вы любите, мужчины, красавцы. И вот такие вот штанишки как раз таки. Я не знаю, это унисекс вообще форма или нет. Ну, в общем, что-то прикольное, забавное, кому-то может понравиться. Вот такой вот интересный скин на корячочек с лапочками, с котиками. В общем, все как вы любите. Все кайф. В общем, тут какой-то еще мини этот. Как это? Комикс называется. Вот. Вот такой вот парашютик с акулочкой. Нормально. Это, кстати, по-моему, этот. Да, тоже нет. Ошалеть. Вот такой вот брелочек. Как вы любите. Все кайфово. Вот такая вот анимация с десяточкой. Ну и вот такой вот можно забрать будет эмблемку за бесплатно, если вы все тут вкачаете, но, скорее всего, вы все вкачаете. Так, на втором пути нам дают уже вот такое вот, более что-то изысканное. Нормальная вот такая вот футболочка красная с кошечкой. Вот такая вот у нас юбочка с бэби. Кайф, просто кайф. Вообще, огонь скины, мужицкие. Точнее, унисекские. Вот такая вот курточка. Прикольная, золотистая или красная она какая. Ну, в общем, вот так вот. И дают, кстати, ашки, нормально. Вот такой вот скин на Ace, он же Галил. Бэби-бэби. Красненький, с котеночком. Кайф.
Блин, я уже чувствую, как мне будут писать в комментариях. Пап скатился, скины говно. Ой, ё-моё. Так. В общем, это был второй путь. Награда вот такая вот в конце. Это что? Это этот? Из этого. Мультик был такой. Так, на третьем пути нам дают уже вот такие вот очки. Что-то прикольное с сердечками. Или подождите, нет, тут не дают. Вот такой вот бомбер. Лига А с дракончиками. Совсем тут кайф. И платьишко баней. Такое вот. Ебаня и платьишко. Вот такой вот баги. Воу. Тут написано воу. И собачка. Типа это не круто, а типа собачка гавкает, наверное. А вот такой вот рюкзак. Вот такая вот эмблемка. Ноль. Ну, это типа можно кого-то оскорбить, наверное. Ой, что-то еще смеется, подождите. Это разрабы, когда выпустили Battle Pass. В натуре просто. Когда выпустили Battle Pass. Ё-моё. Короче, 15 джекоинов. Вот такая вот эта херня. Чертежи. И джекоины. 500 штук вам дадут джекоинов. Ошалеть. Почти окупится. А вот. И бонусный уровень вам тут дают. И, в общем, вот такие вот награды. Жесть. ЖОПА. Не знаю даже, что мне сказать про новый Battle Pass. Не знаю, это для коллекционеров. Люто для коллекционеров. И кто играет с женскими скинами, можете себе приобрести. Так, давайте сразу же, пока что я не забыл. Особое создание ремесленника добавили новые скины. Набор Мститель Тени, вот такой вот. Ну, это на женский персонаж. Ну, кстати, довольно-таки неплохой. Очки мне нравятся. Четкие, черные, кайфовые очки. И вот такой вот. Блин, это надо приобретать. Это как маскхалат какой-то, только он красный. Такой, даже не знаю, как это назвать. В общем, говно. Ну, не знаю, мне нравится. Я любитель говна. В общем, вот так вот. Так, давайте сразу же посмотрим, что у нас тут по мотоциклам. В общем, добавили, как всегда, в игру коллаборация с мотоциклами Ducati. В общем, также они будут открываться за кейсы. Вы будете открывать. В общем, тут будут вот такие вот кейсики, из которых вам может упасть легендарный вот такой вот мотоцикл. Сейчас мы их будем выбивать, ребята, с вами. Будем выбивать их. Так, что у нас тут есть-то вообще? Какие? Вот такой вот мотоцикл Panigale V4S. Извините меня, все любители мотоциклов. В общем, вот такой вот байк. Золотистый. Вот такой вот мотоцикл. Кстати, нельзя изменять, да? Может, применен к некоторым транспортным категориям мотоцикла. Понял. Вот такой вот будет интересный. Вот такой. Найс. Такой вот. А, кстати, их можно будет покупать за эти. Вот такой вот. Блин, а чем они отличаются-то? Чем, допустим, вот этот черный, кайфовый, мужицкий мотоцикл за 1500 рублей отличается от вот такого вот золотистого за 2500? То, что он просто золотой, к этому эффекте. Эффект вспышки пламени при выхлопе. В общем, будут у вас выхлопы. Когда вы будете разглядеться, у вас так будет... Как будто кто-то опять с вектора в упоре стреляет. Ну, в общем, вот такие вот скины... будут. Не знаю, мне такое не нравится. Так, прикольный вроде бы. Ну, как на Макларен, в общем, добавляли все это дело. Ну, и тут курточка. То же самое. Вот, блин, один в один Макларен просто. Ё-моё. Так, ладно, чё, давайте, получается... Подождите, еще шаг за шагом добавили же у нас, да? В общем, тут шаг за шагом есть такие вот кейсики на первом. На втором шаге у нас 120 этого и 8 таких. Мы сейчас это, наверное, все откроем. 225 и, внимание, 400 и один подарочный бонус. Да, давайте возьмем, что сделаем. Шаг за шагом мы всегда делаем, да? Погнали, короче, выбивать мотоцикл. Мотоцикл будем выбивать сейчас мы с вами. Аж потратим на него мы. Знаете сколько? Знаете сколько мы на него потратим? Мы на него потратим, внимание, 12,5 тысяч джекоинов. Сюда, погнали.
Let's go. Так. Привет. Здорово. Да, я прямо сейчас напишу скины гумна. Только хаки и гэкоин и норм. Остальное все для баб. А розовый БТР это вообще писец. Ладно, окей. Так, давайте сначала вот это откроем. Что-то мне дали тут. Let's go. Прикольное дали. Ну, ничего нормального тут я не выбил, да? Так, let's go. По 10 открываю. Сразу же просто. По 10. Let's go. Давай. Один дали кейсик. Блин, а мне опять дофига. Вот эти, кстати, скины можно продать. Нормально. Но я не занимаюсь таким. Let's go, по 10. Так, дали еще один. А, ну мы выбьем тут. По-любому. Мы по-любому выбьем сейчас мотоцикл. И надо еще будет в укрытии посмотреть. А в укрытии, скорее всего, они добавили или нет новую пушку. Сейчас посмотрим. Привет. Как Спасибо. Купить у твоих друзей Battle Pass? Они должны добавить скоро, ребята. Должны добавить скоро. Скоро добавят. Спасибо большое, спасибо. Так, ну что, мы тут пока что что-то делаем. В общем, вот нам дают скинчики такие. Я хочу сразу 10 потом открыть. Потому что мне надо 10, чтобы у меня тут было. Я не буду сразу же заморачиваться, открывать. В общем, вот так вот открываем мы. А видно вам там, да, сколько у меня? У меня 31 осталось и 8 кейсов, с которых падает легендарк. Прикиньте, не выпадет, я вообще в шоке буду просто. Я буду в диком шоке. Мне не падают эти кейсы. У меня их всего 9 еще. Мне надо 10, чтобы было, чтобы я сразу же 10 открыл их, а не по 5. Давай! Блин, мне, прикиньте, не дал, у меня 9 кейсов их, ошалеть. 9. И у меня осталось тут 2. 1. Ну, окей, let's go. Открываю сразу 5 и потом 4. Let's go. Чтобы вас не задерживать, ролик, чтобы не затягивать, погнали. В смысле? Где мой мотоцикл? Вот же он. Сюда просто, понягли, V4, бледно-розовый. Я как раз такой хотел. Именно бледно-розовый я хотел, а не черный, не розовый. О, еще. А, говно. Давай еще. Фигня. Давай. Сюда. Нет. Не падает. Так, ну что, чтобы создать, в общем, такой мотоцикл, нам понадобится 25, внимание, кредитов. 25 тысяч кредитов. Ошалеть не встать. И мне еще выпал, кстати, сетик. Сетик тоже создам. Давайте сетик тоже создадим. За 3500. Вот такой вот Ducati сет. Нормально. Кайфом. В общем, повыпадывало тут всякого мне. Всякого. Так, и особое создание. У меня 2395. Внимание, мне не хватает на самый крутой. А мне какой? Бледно-розовый выпал? Это вот этот? О, так он с этим, со вспышкой. Найс. Офигенно. Можно золотой, в принципе, не выбивать. Вот так вот выглядит. Бледно-розовый, кайфовый. Люблю розовое все просто. На самом деле, я не... Почему мне всегда розовое падает? Почему мне всегда падает розовое все просто? Я ненавижу розовый цвет в этой игре, но мне всегда что-то розовое все падает. Так, в общем, не буду я менять этот костюм. Мне он нравится. Так, укрытие. Добавили новый аук со схемой. В общем, вот такой вот аук. Добавили, значит, давайте посмотрим по уровням. Это на первом уровне, вот так вот выглядит. High Stakes называется. Это на втором уровне. Это на третьем уровне анимация. Скин магазина Дула на четвертом уровне. Необычные косметические предметы на пятом уровне. Скин ленты убийств. Блять, ну я не буду это открывать. Ну это... Что это? Скин рукоятки с вертикалочкой сразу же. Вот такой вот. Скин ящика убийств. На восьмом. Скин прицела. И редкие косметические предметы. Бля, вы серьезно? Вот вы хотите сказать, что вот это... Вот это... Вот этот вот скин... Лучше, чем...
Где мое? Лучше, чем вот этот? Ну, камон. Сядь. Я не буду открывать. Ну, тьфу, просто. Реально. Вот это кайфовый скин. Мне даже зеленый больше нравится без схемы. Тут опять розовый почему-то, блин, стоял у меня. Вот такой вот зелененький кайфовый скинчик. Офигенный просто. С какими-то тут типа видеокарты. Но вот это вот, что это? Ну, камон, блин. Я не знаю, куда мы катимся. Извините, конечно, я, ну, чисто объективно, мне просто, ну, это какая-то игрушка, фиг его знает, не, я даже не буду, мне вообще не зашел этот скин, хз, тем более наук, нафиг мне он нужен. Вот такое вот обновление, ребята, как бы, ну, судите сами, выбили, кстати, мотоцикл с кайфом сюда, просто сейчас мы будем на нем кататься, ого, на нем поездим мы на нем сейчас. А на тренировке он есть? Я могу на тренировке или там не ставится на тренировках? А, можно поставить, да, вроде бы? Ну, как бы тренировочку сейчас зайдем, поставим. Как он выглядит? Интересно. Эрон-дон-дон. Так, где тут транспорт? Где мотоцикл? А он на кроссовый можно будет его или нет? Нет ведь, да? Он же одноместный. Нет, на кроссовый нельзя. Меня что-то подкинуло. Блин, а где мотоциклы-то? А, тут только кросс, да? Его нету. Все. В общем, заходите, смотрите, как оно выглядит в игре. Я вам покажу. Все. Ставьте лайки, комментарии. Т.д. и т.п.